Поздравляем сборную США с очередной победой. Короткий комментарий к матчу для начала. So we congratulate you with the victory, and what are your comments? Well, today was a great game for us. I thought we played very well, especially from the second quarter on. And to have a result like that against a very good team in China is always a good. Для нас была хорошая игра, мы действительно играли хорошо, особенно начиная со второй, третьей игры. Поэтому со второй четверти играть против такой сильной команды, как Китай, это очень хорошо для нас. Второй день подряд его команда пропускает всего-навсего три мяча. Потрясающий результат. Что можно сказать по этому поводу? You miss only three goals. It's a marvelous result. Yes, I mean, we take great pride in the way we play defense. And we were very disappointed. We gave up 12 goals to Spain on the second day, and we've made that an emphasis through the rest of the tournament. Мы после проигрыша с командой Испании были действительно очень расстроены, поэтому для нас гордость то, что мы сейчас так играем. И пару слов о завтрашнем матче со сборной России. Можно ли назвать эту игру принципиальной для сборной Соединенных Штатов Америки? And as for tomorrow's match, will this match be principal for you? The next match is always principal for us. So today it was China. Tomorrow will be Russia. I don't think I'd almost be willing to bet my life that we won't hold them to three goals. They're very very good offensively. Для нас каждый следующий матч – это действительно принципиальный матч. Сегодня был Китай, завтра будет Россия. И они очень хорошо играют в обороне. Поэтому если мы удержим три мяча, для нас это будет хорошо. Thank you very much. Thank you. Good luck tomorrow. Thank you.